Ну, конечно, сама по себе ситуация очень серьезная, потому что болеющих очень много раком, и, конечно, каждой семье хочется спасти там своих любимых, своих родных. И история вот непосредственно с этой вакциной, которая бешено дорогая, да, и я думаю, что для обычного потребителя, для человека, который живет в глубинке, конечно, она слишком дорога. Просто столько не зарабатывает, надо какие-то огромные кредиты брать, чтобы купить. Но почему-то мне кажется, что если бы к этому подошли бы более лояльно и пустили бы, наверное, это на поток, да, то это решило бы очень много жизней и очень много вело, ну, позитива, да, потому что все-таки с самой болезнью рака очень связано очень много негатива, очень много боли и страданий. Конечно, для определенного количества медицинских работников, ну и владельцев там химиотерапии и так далее, это будет крайне убыточно, потому что если это действительно такая рабочая формула, которая спасает жизни, и как показала практика, вот у нас у Жанны Фриски произошла такая ситуация в жизни, да, и как мы сейчас видим, слава богу, она жива, и она ей помогает. Дай бог, чтобы она, эта вакцина все-таки зашла на уровень потребления людей, чтобы она была в рамках денежных возможностей, и это было бы тогда очень здорово, конечно. Но мы же все прекрасно понимаем, коррупция не спит, коррупция дышит, и почему-то у меня такое ощущение, что это будет не скоро.